Here we go again. Здрасте. Поздороваешься, нет? Нет. Нет, окей. 100 лет статьи, что называется. Серьезно, очень холодно. Очень холодно, да. Второй день, третий день. И очень много снега. Точно. Вчера уже Владимир убрал первые 30 сантиметров. И там вчера был снегопад. Снегопад, точно. Уф! Блин, камеру надо вытереть получше. Да, у нас 4 дня, четвертый день мы сидим в выходные. Что-то машина стурела. И папа дома. Мы оставили папу дома и поехали... В магазин. Да что ж такое, точно, давай ты будешь влог вести. И такое еще очень много снега и много дыма. Да, снег, кстати, до сих пор идет. Ну, в общем, как оказалось, мы, когда сидим дома, мы очень много едим. Да, и очень мы. И я даже кусок съел. Да, на завтрак. Вот, мы очень много едим, и, соответственно, да, все наши запасы на неделю закончились за вот 4 дня, да, 5 дней выходных. Дома. Да, к нам сегодня приходят гости, есть нечего, поэтому мы очередной снегопад. А я гараж вообще закрыла. Не видела? Едем в магазин, короче. Скажем так, давно я не ездила так медленно по хайвеям. Снегопад по нечищенным дорогам. Офигенные впечатления. Ну ладно, медленно и внимательно, мы добрались. Да, Татьяна? Мы туда. Да, извини, сейчас. Товар, который появляется на полках только после Рождества. Коробки для игрушек. Никогда их тут нет, только после Рождества выкатывают. Что так? Ага. Ой, Любопытный факт. Слишком холодно. Дверь не держится. Владимир решил сегодня превзойти себя. Давно вы Владимира не видели, да? Владимир в работе. Вот это прекрасно. И пока Владимир там занимается делом, готовит нам целый ужин, я занимаюсь всякой ерундой. Потому что свою часть я уже выполнила, я поубирала. А я делала мое дело. Да, а у тебя свое дело. Какое у тебя дело? Играть. Вот. О, вот. Все пределы. Да, все свои дела. Гляди, какое очаровательное кресло. О. Это ж барышня был день рождения. И мы разжились с новой коллекцией лошадей. Стулом. Да. Прекрасный стул. Приволокли телевизор наверх, потому что холодно. У нас когда? Завтра минус 32. Конечно, не Альберта, но тоже не особенно приятно. Поэтому мы вот смотрим реалити-ТВ. Выпечку, по большей части. Елка, которую, наверное, через неделю соберем, ибо надоело. Вот, ну, собственно, да. И Владимир. Ням-ням. Да. Глянь. Татьяна, надо еще делом заняться. Так, папа принес с работы вот эту. Бомба? Бомбочка. Из белого шоколада, я понимаю. Сильно горячее молоко? Ну, горячее. Надо горячее? Ну, давайте лучше погорячее. Окей. Сейчас. Откладывается. Вторая попытка. Я лучше отойду, да? Правильно, Зая, горячее. Папа, на новую скатерть. Гости будут через 10 минут. Ждем. Угу. Ждем. Тут вот... А, это превращается все в горячий шоколад, в котором плавает маршмеллоу. Ага. А что маршмеллоу съесть? Подожди, сейчас тут сначала горячий шоколад замешается. Вот, видишь, и маршмеллоу. И потом будет чёрное, и будет вкусненькое. Да, будет твой стандартный горячий шоколад. А? Иди, откроешь? Да. Давай. Я иду, открою. Давай, смотри, там холодно. Гости уже приехали. И прошло 10 минут обещанных. Мне надо переодеться? Да, переоденьтесь. Потом. Последствия. Конец праздников, такое дело грустное. Народ уже как это... Вроде как и нагулялся, а вроде как и на работу не хочется. Мне завтра на работу. Владимир у нас сидит дома до 4 января. До 4. До 4. Мэри будет в садике. Да? У нее каникулы зимние до 10 января. А я пойду на работу завтра. Но прямо сейчас я воспользуюсь наличием телевизора в гостиной. И будете убирать в кухню, да? И буду смотреть про тортики. Знаете, наевшись до отвала, в том числе сладкого. Я с удовольствием посмотрю, как кто-нибудь печет тортики. Ты про тортики будешь смотреть? Про тортики. Мы поехали в магазин с машиной. Ага. Так, что надо сейчас сделать? Звук. Звук. Нам нужен звук. Какой еще звук? Хороший. Звук. Ла-ла-ла-ла. Так. Загадка, кому он подрубится? А, кому-то подрубился. Это раз. Так. Что смотреть будем? На тортиках. На тортике? Да. И так, у тебя вот эта принцесса-то, Петлс, растеряла все свое. Она там. Ну, а что она там, а корона тут? А телефон? И телефон тоже тут. Давай все на принцессу-то наденем. Ну ты один. А что я? А что ты? Бегемот. Что делает бегемот? Я нашла его. Да, где? Он был под диваном и вот это нашла. Ага. Окей, берем бегемота на родину. Я них потеряла. Мам, я них потеряла. Ага. Так, принцесса Петлс. Мам, я буду на полу. Ты будешь на полу сидеть? Да. А я на диване. На, принцессу Петлс. Цепи ее все. Родное. Ой. И... Ой. Окей, так. Привет. Ага. Буковки? Не буковки. Буковки. У нас с тобой было 3 буковки, да? Это помнишь? Я. Это? Б. Да. Б. Прекрасно. Т. Носорог. Носорог. Начинается на какую букву? На. На. Са. Са. Последняя. Гу. Г. 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 Фантастика. Ты сегодня молодца. Много букв сегодня вспомнила. Может, завтра другие получим. Да, завтра будем много учить. Так, какую сначала? Про поход или про лисицу? Про лисицу. Про лисицу? Держи твои рыбки. Охота на лис. Охота на лис. Мам, почему ты только принесла рыбки? Пакетик тоже есть? Угу. Так, Петсон и его котенок Финдус живут в небольшом домике в одной маленькой деревушке. У У них есть курятник с курами, дровяной сарай, где хранятся дрова, и столярка, в которой есть масса полезных вещей. Гости к ним заходят нечасто, но Петсон по ним не очень-то и скучает. Угу. Где тут написано Финдус? Покажи какой. Покажи там! Нет, Финдус. Вот. Финдус. А! Да. А тут? Вот. Где Финдус? Та-да! Финдус. Правильно. Так, и вот однажды пришел во двор к Петсону и Финдусу сосед Густавсон. Собака на поводке и ружьем со спиной. Вид у него был крайне недовольный. «Послушай, Петсон, — хмуро сказал Густавсон, — к вам лиса не наведывалась?» «Мам, чего?» «Вот это кура помогает». «Пытается, да. А это не особенно. Она просто спит». «Ага, а это он по карманам». «Он просто что-то ищет от кармана». «Ага». «Да нет, не было у нас тут лис, я, по крайней мере, не видел», — ответил Петсон. «Если бы здесь побывала лиса, ты бы точно заметил», — пробурчал Густавсон. «Она ворует кур. Вчера ночью она утащила у меня курицу, но больше ей не удастся этого сделать». Я знаю, лисиц нельзя стрелять. Не будет больно. Они не бьют, они хотят мамы. Лучше прогнать, да? Да, просто они скажут, посадил убегать, и потом они убегают. Если их испугать, они не любят. Пусть только покажется мне на глаза, я ее тут же пристрелю. Тебе тоже стоит достать ружьишко, Петсон. Когда лиса обнаружит, что все мои куры заперты, она наверняка придет к тебе». И Густавсон ушел. «Вот оно что! Значит, сегодня вечером к нам придет лиса», — бормотал Петсон, глядя вслед Густавсону. «Знаешь, Финдус, пожалуй, нам стоит запереть сегодня кур». Когда пришел сосед со своей собакой, котенок предусмотрительно забрался хозяину на шляпу. «По-моему, запереть стоит Густавсона», — фыркнул он. «Не верю я людям с ружьем». Умный котенок, да? «Людям с ружьем верить не стоит». Петсон рассмеялся. «Ты не хочешь, чтобы он пристрелил лису?» — спросил он. «Но она ведь может утащить наших кур. Лису убивать не надо, ее надо перехитрить. Лично я всегда так поступаю», — сказал котенок. «Могу себе представить», — усмехнулся Петсон. «Но я согласен с тобой, Финдус. Мне тоже жалко лису. Надо придумать что-нибудь, чтобы ее отпугнуть, чтобы навсегда ее отвадить». И Петсон начал соображать и размышлять. Иногда он улыбался и что-то тихонько бормотал себе под нос, когда ему казалось, что в голову пришла неплохая мысль. Или хмурился и качал головой, если решил, что затея не удастся. Потом Петсон немного порычал, покусал зубами воздух, наконец он заворчал, испуганно вскрикнул «Ох!», тихо рассмеялся и спросил: «Финдус, у нас есть перец?»